Поднимите руку, кто приносил батарейки? Поднимите руку, кому нравится заниматься экологией, спасать наш мир от всего этого мусора. Обычный урок окружающего мира в барнаульской школе. Каждый ученик здесь знает, одна батарейка отравляет 20 квадратных метров земли, 400 литров воды и место проживания одного зверька. Чтобы не вредить природе и братьям нашим меньшим, дети вместе с педагогом разделяют мусор. Пластиковые крышки, батарейки, макулатуру – всему свое место для утилизации. Кроме этого идут соревнования. Ребятишки вот у нас разделены вот на команды. Это наши вахтенные журналы. В каждой команде вот у нас есть счетовод, которому как раз приносят крышечки, и счетовод подсчитывает, кто сколько крышек сдал. И в конце четверти мы подводим итоги о том, какая команда все-таки у нас будет победителем. По количеству собранного дети соревнуются и между классами, и между школами. По итогам прошлого года 85-я гимназия собрала больше сотни килограммов вторсырья на переработку. И такие объемы даже не победные. Кстати, идея воспитывать новое проэкологичное поколение пришла студенту АГУ Даниилу Егорову. Его проект «Экология за нами» победил на региональном конкурсе. И такие экоурны массово поставили в школах. В Барнауле есть несколько пунктов приема пластиковых крышек и макулатуры. Мы сдаем им. По батарейкам у нас платит за утилизацию один из спонсоров проекта. И по итогу собранные батарейки мы отправляем на предприятие в Челябинск для переработки. Сейчас проект расширяется. Больше 130 школ, детских садов и 6 вузов края в 4 городах региона уже включили режим экологичности. За прошлый учебный год они собрали на переработку 20 тонн макулатуры, 1,5 тонны батареек и 500 килограммов пластиковых крышечек. Рекордсмены по сбору вторсырья получили сертификаты на спортивный инвентарь. А для самых активных экологов этого сезона вновь готовят ценные подарки. Мария Мацаева, Александр Антропов. День с толком.